Сегодня 1 апреля. Мое утро началось с того, что я обошла свои растения. На улице солнышка сегодня нет. Вот здесь растет крапивка. Мы уже срезали большие кустики. А вот эта молоденькая такая. Мы ее используем в супчик или в салатик после ошпаривания. Вот здесь у нас клубничка. Тут две луковички. Лавровый лист. Это уже третий контейнер лука поспевает. Два мы уже употребили. И вот такую в опилочке посадила еще такую большую луковицу. Всем тут хорошо, прекрасно. А вот здесь вот этому цветочку совсем прекрасно. Он такой вот распускает бутончик. Женское счастье. Вот сейчас 11 часов 10 минут. Завершено у меня пошив фартушков. Вчера я начала, но не могла остановиться. Хотела шить два. Но мне получилось ткани на три фартушка. И я шила для трех своих внучек. Вот этот фартушек для внучки постарше. С двумя такими отсеками, кармашками. Вот этот фартушек для моей помощницы помладше. С джинсовым карманчиком. А это для самой маленькой. Машеньки с бантиком. Так приятно шить и думать о своих внучках. Вот я сегодня утром все погладила и предоставляю к вашему обозрению плоды моих трудов. Ну а теперь пришло время заварить витаминный чай. У нас дома имеется шиповник. Сушеные яблочки, мята и такие сосновые шишечки. Мы их собирали на море в сосновых посадках поселка Лазурного. И вот всего понемножечку мы добавим. Думаю, штук. Так, 6 того. Пару яблочек. Веточку мяты и шишечек, это они противовоспалительные, это не все для вкуса. Ну и все. Ну а теперь настало время приготовить что-то горячее, приготовить борщик. Продукты уже все нарезаны. Капуста, картошка, морковка, свеколка, лучок. Свеколка такая и сякая. Зелень, чесночок уже. Томатный соус развела. И самое ценное в этих ингредиентах борщ будет постный с фасолькой. Фасоль я уже отварила. Вот такая она гигантская. Эта фасоль приехала к нам из Украины, выращена добрыми руками на огороде. Вот такая она красавица. Ну, будем готовить борщик. Вот сейчас 12:30 дня, и у нас по радио тут объявление, обращение, чтобы жители города не выходили на улицу. Через каждые полчаса. Себя и своих близких. Борщ в стадии приготовления, варится картофельный бульон с фасолью и зажарочка. И потом я покажу, что получится в итоге. Митрополит Мурманский, Мончегорский,
Митрофан, благословил нас, северян, на ежедневную соборную молитву на время распространения инфекции. Ну, по предложению старца Илия, духовника святейшего нашего патриарха Кирилла, призывать на молитву будет колокольный звон, который станет сигналом верующим людям о молитве по соглашению. Так что вот в 14 часов будем ждать колокольного звона и будем молиться по соглашению, чтобы беда нас обошла стороной. У нас храм тут совсем рядом. Я его уже не раз показывала. Вот. Будем ждать колокольного звона. 14:00. Ну вот как раз до молитвы до колокольного звона успела борщ приготовить. Вот. Там пирожная фасолька. Вырубленную фасольку. Вот она. Уж очень мне эта фасоль нравится. Ну все, готово. Еще пускай настаивается. Ну вот и пришло время молитвы. Начинается колокольный звон. Сначала идет просто призывный.